Когда самка откладывает яйцо, именно самец садится на это яйцо и до последнего сидит на нем. А что происходит, если самец не может просто вот быть в этот момент самкой? С хорошими пингвинами таких ситуаций не возникает. Как бы ни прошел твой год, в канун Нового года ты все равно мечтаешь, что все изменится к лучшему. В Санкт-Петербурге Боря хочет вернуться в семью. Ты бы сегодня Новый год сходил бы, извинился перед Ольгой и все. Но она же тебя любит. А в Екатеринбурге хотят узнать, какой подарок им приготовили жены. Что-то потерял? А на балконе? Космонавты мечтают о снеге, а блогеры – выйти в онлайн из лифта. Все, реально застряли. Всем привет, ребята, вы не представляете. В Краснодарском крае мечтают отыскать старую любовь. Окей, Губарь! Далеко на севере вернуть первую. И сегодня после обеда домой. Новый год празднуем. Свадьба 8-го. Поздравляю. Выстрел! А парни из Перми просто мечтают найти одеялка. Хотя бы одну елку. Где мы елку достали, а? Мы же в Перми! Тут елки на каждом углу стоят! Мамин дядя Сережа мне уже подарил подарок. Так, а что за подарок? Квадрокоптер. Знаешь, какой я тебе подарок подарю? Какой, скажи? Пингвин. А ну, иди сюда. В этот Новый год каждый сможет исполнить свою мечту, если очень постарается. Где мой пингвин? Пингвин где? Да вон же он. Уважаемый, а вы не видели такого же пингвина, только поменьше? Те самые елки. 22 декабря во всех кинотеатрах страны. А телевизор у тебя где? Ну что, ты не знаешь, чем «Ирония судьбы» закончится, что ли? Чем? Иван Васильевич меняет профессию. Новый год будет.